солнцем появилась та самая прекрасная девочка, которую назвали Зиной, и принес ее прекрасный белый аист.
друзья, давайте приветствуем вместе. С днем рождения! Это было желание, это было поздравление, где все видели про наши дети. При нашей энергетике, дорогие друзья, получится сейчас главный подарок, который Светлана хотела бы подарить имениннице. Невидимыми красками рисует наш художник. И для всех это вопрос. Тайна скрывается здесь. Тайна сейчас откроется. Секундочку, внимание. Внимание на мольберт. Наши аплодисменты. Это королева нашего бала. Наша именинница. Посмотрите, какая красота. Чудо творения.